живые. Слушаете вы свое радио, надеюсь, с интересом и любовью, потому как с 8 до 10 в этой студии в программе «Живые» появляются живые люди, живые музыканты, с которыми мы живо беседуем, ну и музыку их замечательную слушаем. Коллектив сегодняшний представлять, как-то я на этой неделе периодически так и начинаю эфир, представлять особо не нужно, знаете, вы прекрасные их песни. Их песни очень хорошо идут в хит-порядке на своем радио, соответственно, лайкаете вы за них сами, значит, любите, а это говорит о многом. Есть у нас добрая традиция, сложившаяся уже достаточно давно, сначала песня, в некотором смысле музыкальная заявка для тех, кто может быть, по каким-то странным для меня причинам еще не знает, что за песни у этого замечательного коллектива. Сначала песня, понятное дело, потом мы уже начинаем разговоры разговаривать. Ну что, если готовы, а я на это сильно надеюсь, что уже готовы, то можно было бы что-нибудь бы спеть бы, уже бы. Поехали. Мы медленно заводимся, но потом быстро поедем. Погнали. Что там с тобой?
Ну, так вот взяли с места и в карьер. Да прям за самое живое, да самое оттопыренное ухватились, и все, и до конца программы, в общем, не отпустят, я уверяю вас. Группа «Афинаж» здесь сегодня. Сказать, что наши любимцы, обидеть других, но будем честными, одна из тех групп, которых мы здесь всегда ждем, и песен от них ждем, и любим их потому, как делают они очень, на мой взгляд, интересную музыку, и музыку уникальную, ни на что не похожую. Сразу, прежде чем я с вами познакомлю аудиторию, буквально парочка, хотел сказать я, сообщений. Вот, например, от Сергея Пантюшина: «Весь эфир буду слушать и плакать. Не обращайте на меня внимания. Но душу рвет прям чайной ложечкой, медленно и смачно». Вот человек предупредил, что плакать будет, поэтому нам нужно уже быть к этому привычным и не обращать на это... Спасибо. Не обращать на это внимания. Что с ремешочком? Заболел ремешочком. Главное, чтобы с гитарой все было в порядке. А вот здесь Андрей Хухарев пишет вот что: «Не в обиду Эмму и Сергеевичу, но я думаю, что особенной группу делают Александры». Ну, уж не знаю как. Вам самим, наверное, решать, действительно ли так. М. Каренин, ну, то есть Михаил, давайте так уж, если по паспорту. Это гитара и вокал. Привет. Привет. Нормально с гитарой все? Я не знаю. Ну, пока разбирайся с гитарой, я ребят остальные, когда буду представлять тогда. Парни, ну вы помните, что нужно хотя бы раз за эфир подойти вот к этому большому эфирному микрофону и поздороваться с народом, чтобы вас услышали. Раз уж заговорили мы об Александрах, тогда Евдокимов Александр, тромбон, перкуссия, вокал. Привет. Здравствуйте. Еще один Александр, это Крюковец, баян и вокал. Привет. Привет. Ну и Шиляев Сергей, бас, перкуссия, вокал. Привет, привет. Поют они все. Замечательно это делают, надо сказать. Ну и в итоге тот результат, который вы слышите сегодня, это результат их работы над новым альбомом. И, собственно говоря, этот альбом сегодня мы и, по большому счету, и презентуем здесь, «Русские песни», послесловие. Но уверен, что что-нибудь из старенького вы сегодня обязательно исполните. Вот, например, «Без кошечек» отпускать вас было бы грешно, на мой взгляд, сегодня. Ну, есть такое ощущение, что это было бы странно, если бы они ушли после эфира и не спели «Кошечек», например. Может быть, еще какие-нибудь заявки появятся. Как вы сегодня строите свою программу? Только новая или все-таки пойдем и немножечко похитаем? Мы решили исполнить новую программу и спеть синглы, которые не звучали в эфире своего радио. Угу. Вот, ну, можно сказать, новое. Да, вообще все новое. То есть то, что я сейчас сказал, ты просто не услышал, видимо. А я настраивался как раз. Ага, понятно. Хорошо, я повторю, даже с той же интонацией. Было бы странно, если бы сегодня Афинаж ушел из эфира и не исполнил «Кошечек», например. У нас будет странный эфир, да, сегодня. Может быть, пара кошечек привяжется к нам после эфира. Выйдем с ними. Так, подожди секундочку, я еще раз повторяю. Было бы очень странным, на мой взгляд, и с моей точки зрения, с точки зрения аудитории, если бы сегодня в эфире не прозвучали бы «Кошечки». Действительно странный эфир. То есть мы можем не начинать эфир тогда. Кошечек не будет, как я понимаю. Ну, в трек-листе я их не вижу, честно говоря. Вот это зря. Вот это зря. Вы не понимаете своего счастья, на самом деле. Потому что на эту песню, я уверен, реакция была бы абсолютно сумасшедшая. Даже те люди, которые, может быть, по каким-то причинам не очень знают, что такое Афинаж, эту песню точно знают. Зря. Вы подумайте, братцы, еще есть некоторое время. Так что подумайте на предмет того, чтобы все же ее сегодня исполнить. Но по-любому... «Русские песни», «Послесловие», тот альбом, который мы сегодня презентуем. Скоро в эфире, я сообщаю заранее, появится премьера. Одна из песен как раз из этого альбома. В следующем потоке, в следующем пуле премьера эта песня появится. Она уже отложена, она уже заготовлена. Ну и сегодня наверняка она тоже прозвучит. Мы на нее потом можем указать отдельно. Хотя, с другой стороны, я люблю такие игры. А попробуйте угадать, собственно говоря, какая из песен сегодня представлена. Ну, кошечки уже были в премьерах. Так вот, какая из песен появится в премьерах? Кто-то угадает, а вы с собой альбом привезли? Понятно. Этого в трек-листе не было. Ясно. В общем, дарить нечего. Ну ладно, просто так, для себя, попробуйте угадать, какая из песен будет в ближайшее время в премьерах. 4647 – это короткий номер для ваших смс-ок. 4647, сначала свои, пробельчик, а дальше все, что хотели бы сказать коллективу. Это могут быть и вопросы, и эмоции, и впечатления. В общем, делитесь всем, что есть на душе у вас в данный момент. И, в общем, собственно, что рождает эта музыка в ваших сердцах, можете об этом тоже рассказывать. Группа, то бишь официальное сообщество своего радио ВКонтакте. Там все просто достаточно. Фотография давно уже выложена, то есть анонс с фотографией. И в тексте анонса группа «Афинаж» выделена синим, значит, активная ссылка, кликая на которую, вы оказываете в сообществе. А там, собственно, вся информация и про альбом есть, и про концерт.
концерты ваши, ну, сейчас говорю о группе, естественно, но и о ближайших каких-то их турах, поездках, все там имеет место быть, так что вступайте в ряды этого сообщества и будете получать информацию в первую очередь. Чаты. Один из них на сайте своего радио, своеradio.fm. Там все предельно просто. Увидите слово из трех букв, чат. Пишите, пожалуйста, мы оттуда тоже что-либо выбираем, выискиваем, когда там что-то интересное есть. Можно видеть все, что в этой студии происходит. На сайте тоже обратите внимание, сверху есть плеер, длинненький такой, в нем онлайн. А вот всегда, когда я говорю, что можно видеть, все музыканты в этой студии начинают махать камерам. Онлайн-аудио слева, это чтобы слушать, онлайн-видео с синим кружочком, это чтобы смотреть. Кликаете на кружочек, и вот вам счастье. Планета.ру, замечательная краудфандинговая платформа, представляет нам возможность видеть все, что в этой студии творится. Там картинка и чат. Также можно в этом чате что-либо писать. Как называлась первая песня, которую спели? Песня называлась «Птица счастья». На альбоме, в альбомной версии, она звучит совместно с Бронемиром. Ее записали. А следующая какая будет? А следующая песня называется «Май». Ну что, давайте не откладывать в долгий ящик, давайте к весне сразу же. Как всегда, живой звук в программе «Живые». Здесь сегодня Авинаш. Поехали. Мои
Афинаж здесь сегодня в программе «Живые», на своем, напомню, русские песни «Послесловие». Так называется альбом, который сегодня здесь презентуется. Пришло время прочитать какие-то сообщения, которые присылают. Вот, например, Александра Павлова написала. Добрый вечер, свои. Расскажу о моем знакомстве с группой «Афинаж». Муж обратил мое внимание как на группу с пронзительной лирикой. И я говорю, да ладно, это ж мальчик, который поет про то, что ему кошки на ковер написали. И тогда я специально переслушала все, что нашла в сети от «Афинаж». Бывает такой момент. Группа становится известной с нетипичной для себя песней про кошечек. И тогда публику ждет удивительное открытие, когда выясняется, что основное творчество группы совсем другое. Да, есть такое ощущение, что... Подчеркиваю, ощущение, что песня нетипична, но я хочу вам привести пример, тавтология, пример, к примеру, «Маша и Медведи» с песней «Любочка». Да? В общем, мало типичная песня для Маши Макаровой, но, тем не менее, всероссийскую славу принесла именно эта песня, а дальше она могла делать все, что угодно, вот абсолютно все, что угодно, ее так и так уже принимали. Но, на мой взгляд, «И кошечки» песня вряд ли нетипичная, метафоры. Если рассматривать песню как прямой посыл, тогда да, действительно, что там кошечки. А если смотреть на эту историю метафорично, то эти кошечки вовсе не кошечки. Там есть такие подтексты, которые нужно еще попытаться и научиться рассматривать. Максим пишет вот что. «Афинаж» — это когда антибанально, надрывно и рвет душу на клочки. От того вызывает зависимость и весьма неоднозначные мысли в голове. Музыкальное послевкусие со сложным букетом горечи, легкого привкуса хорошего табака и крепких дружеских засиделок. Вот он пишет, не посидел, засиделок за полночь. Вкусный и качественный. Рекомендуется подавать в долгую дорогу и к ночным автотрассам. Употреблять до рассвета. По скриптум. В общем, соответствует заявленному названию, очищает душу от гадостей и прошедшего дня. Мощь! По-моему, мощно написано, да. По-моему, мощно написано. Очень точное попадание, как мне кажется. Ну, ладно, все эти замечательные выплески, а это эмоции, мы без них никак не обходимся. Естественно, все это попадает в эфир только потому, что музыкантам, я думаю, интересно узнавать, что о них думает публика. Но вот скажите, братцы, все, если кто хочет первым, ну, может быть, ты сам ответишь на этот вопрос. А важно ли вам вообще, что о вас думает публика? Да, конечно. А если она думает хорошо, то вас это устраивает. Думает плохо, вы переживаете. Да, сразу по... ID вычисляем. И, ну, понятно, вам не, они пускай переживают, я так понимаю. В общем, очень правильный подход. Ну, а если всерьез, ты обращаешь внимание вообще на критику, на какие-то всплески, скажем, негатива, который, может быть, проявляется от аудитории? Ну, мы стараемся меньше обращать внимание на всплески негатива, как правило, это просто какой-то интернет-троллинг какой-то. Угу. Ну, то есть, я почему спрашиваю, я тут недавно нашел замечательный совершенно способ попытаться внушить людям то, о чем я говорю не один год, на предмет критики, да, что такое критика и вообще нужна ли она, и как это все делать. Так вот, я, например, может быть, по пальцам даже можно пересчитать те случаи, когда я был доволен тем, как критикуют слушающий. Когда человек делает правильный заход, говоря, ребята, вы замечательные, музыка у вас хорошая, но, вы знаете, вот и дальше пошел уже разбор полетов. Это всегда приятно. А когда человек пишет, да что за говно, ты ему говоришь, ну ты дурак, что ли? Нет, это критика, это мое мнение. Хочется сказать прямым текстом, но понятно, что в эфире этого сделать невозможно, поэтому приходится в переписке. Ну так читается проще и понимается легче. Вот ты как на такие вещи реагируешь? Открываю браузер. Так. Ну, по IT я уже понял, да. Смотрю. По ID-верли. Ну, смотрю негативное сообщение и сразу удаляю быстро. То есть ты не оставляешь негатив? Не, у себя в личке нет, не оставляю. Ну, личка, ладно, личка – это твое личное пространство, а, скажем, в сообществе коллектива? Мы недавно в сообществе коллектива ввели правила. Так, давай. Что там только конструктивная критика может быть. А что такое? Вот расскажи мне, что, по-твоему, конструктивная критика? Ну, без оскорблений. Не, ну хорошо, хоть так, да, еще что? Да все и достаточно. То есть, если нет оскорблений, то это уже конструктивно? Ну, более-менее. Ну хорошо, давайте на этом и сойдемся. Если вы критикуете, то как минимум не хамите. Это очень большая и важная, на самом деле, задача человека. Вообще, на мой взгляд, критика должна делать того, кого критикуют, лучше. Но тот человек, который критикует, он должен стараться сделать все возможное, чтобы помочь тому, кого критикуют. А не обгадить его с ног до головы. Особенно этим грешат, ну, мягко скажем, неудачливые музыканты. Когда слышат другую группу, немножко завидуют и начинают, типа, лить всякие помои. Да, давай, дорогой. Интересно то, что когда мы опубликовали свод правил,
мы тем самым как будто бы даже подогрели то, что было там в группе, ну, моменты какие-то негативные. И тогда на тех, кто изливает свой негатив, пошел негатив тех, кто не хочет видеть этот негатив. И там такой клубок просто завертелся. Ну, то есть, это, я думаю, что просто люди пока обдумывают правила, вот так немножко сумбурка. А вы наблюдаете со стороны, то есть вы не вмешиваетесь? Вот так вот. Кто кого? Ну, тоже хорошая. Вообще, у нас на самом деле интересная позиция. Спровоцировать и сидеть тихонечко. И наблюдать со стороны, что, кто кого, в конце концов, победит-то. Я просто уже не к музыкантам обращаюсь, к аудитории. Еще раз очень большая просьба. Реплики типа «хватит разговаривать, давайте петь» банятся сразу. Неважно при этом со смайликами эти реплики, либо это было всерьез сказано. Друзья мои, да вы должны уже были привыкнуть, мы это дело давно уже продвигаем в массы. Программа идет своим чередом. Вот сколько песен надо, столько и будет спето. Каким образом мы это все развиваем, не имеет значения. Если вам надоело, что мы сейчас разговариваем, ну, чаечку себе заварите на какое-то время, попейте, выдохните, услышите песню, сделайте громче. Не надо давать рекомендации как музыкантам, так и ведущим. Никакой радиостанции, дело даже не в своем радио. Пусть каждый занимается своим делом. Илья Ершов, обожаю «Афинаж». Слушаю больше года. Спасибо огромное за ваше творчество. Новый альбом «Огонь». Вот эта вот фраза «Огонь» всегда смущала. Сколько смысла может быть в одном абсолютно понятном и простом слове? «Огонь». Вот я сейчас, я вам комплимент делаю сейчас. Братцы, альбом «Огонь». Ты сказал мне спасибо. Спасибо. Да, выводы делайте сами. Что в этом альбоме вообще? Какой хороший он или плохой? А может, я имел в виду, что такое дерьмо, что «Огонь». Ну, кто его знает? Ну, «Огонь» в одном. Ну, надеемся, что Илья в данном случае хвалит. Значит, слушаю большой год. Спасибо огромное за ваше творчество. Новый альбом «Огонь». Очень нравится игра басиста. Также у вас очень атмосферные... Спасибо. Да на здоровье. Очень атмосферные эмоциональные концерты. На следующий в Питере обязательно приду. Давай о концертах сразу, раз тему затронули. Когда? Где? Сергей нам расскажет. Давай уж. Начал, говори. Завтра. Да ты что? В пятницу. Ух ты, как сложилось. В клубе «Рок-хаус». Презентуем мы... Да, естественно, в Москве. Презентуем мы альбом, вот этот новый, «Русские песни. Послесловие». Вот. Ну и вообще будет, помимо «Русских песен», большая программа. Мы ее засекали, она реально здоровая на репетиции. И даже вот. Одна французская. Есть даже, да, там будет одна даже не русская песня. Вот. Ну и потом, после Москвы, мы едем в Вологду. В это воскресенье, 7 февраля, в Вологде тоже играем вот эту вот презентационную, большую, мощную, где разнообразную программу. Где это все будет в культурном, в центре культуры «Красный угол». Вот, ну, там вологжане все, я думаю, это место знают. Вообще замечательное название для центра культуры. А, да, «Красный да. угол». Если кто не помнит, «Красный угол» — обычное место для иконы в доме. Минск да. у нас же еще. Ну, а Вологда — это ж как бы северная Фивайда. Да звучит. Что сегодня в «Красном углу»? В «Красном углу» «Афинаж». Ставь свечку и, да, и вперед. И 5 марта все это еще ожидает город Минск. Ага. Да, это все будет в клубе Beer and Wine. Угу. И тоже будет здорово. Я уверен абсолютно. Еще раз сейчас подчеркни, особенно выдели, пожалуйста, раз концерт ближайший завтра, во сколько, еще раз и где? А, очень много было вопросов во встрече, типа там, так все-таки в 6 или в 8. Ребят, двери открываются в 6, в 6.30 в клуб, а двери в зал открываются в 8. То бишь в клуб вы можете прийти, купить мерч, мы... Очень надеемся, что нам завтра приедут компакт-диски в шикарнейшем просто оформлении. Вот, будут футболочки БЦшные, плакаты. То есть можно будет пообщаться, что-то купить, как-то провести время. И в 8 часов двери в зал откроются, и уже должна начаться музыка. Серженька, прости мне мою дремучесть. С удовольствием. Футболочки БЦшные. Это что? Это Mission проект, быдлоцикл, БЦ сокращенно. Ах, вот в чем. Да, и мы привезли несколько штук эксклюзивно. Ну, с быдлоциклом мы знакомы, да, но просто что это, я как-то не связал одно с другим. Это футболочки быдлоцикла будут. Да, с чебуреками, с соком. Это нормально. Сок томатный? Грушовый. Да, блин, как же с чебуреками-то грушовый-то? Так, ну, с чебуреками томатный, хорошо. Классика. Классика чья? Классика – это как раз чебурек и помидорковый сок. Ты чего? Нет, крушовый. Опять «Афинаж». Опять у них все через... Давайте петь. Что это будет дальше?
Песня называется «Пиджачок». Кстати, замечательная вещь. Как всегда, «Живой звук» программы «Живые». Напомню, здесь сегодня пенаж. Презентация альбома «Русские песни. Послесловие». А вы, кстати, думаете, какая из песен... Признаться, не признаться. Ладно, какая из песен будет в ближайшее время в премьерах от «Афинажа». Поехали. Микрофон. Их всего два. Сен Солома. Правый для вокала. Старый пиджачишка, в нем как влитой, уже не дую на колодец за водой. Привет, я твой старый добрый молодой. Привет, я твой старый добрый молодой зеленый. Пресный омут от слез соленый, от слез пробежавших по маминым щекам. Сколько лет прошло, сбился, не досчитал. Вокзал уже мели, худели пароходу. Успеется, успеется, какие твои годы. Успеется, успеется, и я не спешу. Кем ты, пиджачок, так бережно подшит с той поры. И до сих пор в пору сбегаю с горы. И снова лезу в гору, вдалеке мой дом. Маленький виднеется, но к дому не спешу. Успеется, 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 успеется. Песня допоется, лишь не отклеится, нужно найдется. Горло хочет плакать, взгляд смеется. Успеется, успеется, песня допоется, лишь не отклеится, нужное найдется. Старый пиджачок, как хочу, как дурачок. Успеется, успеется, песня допоется, лишь не отклеится, нужное найдется. Горло хочет плакать, взгляд смеется. Успеется, успеется, песня допоется, лишь не отклеится, нужное найдется. Старый пиджачок. Песня допоется, лишь не отклеится, нужное найдется. Горло хочет плакать, взгляд смеется. Успеется, успеется, песня допоется, лишь не отклеится, нужное найдется. Старый пиджачок. Весь альбом, на самом деле, уникальный, на мой взгляд. Уникальность «Афинажа», она по определению сама по себе существует, никуда от этого не деться. Удивительный альбом. Удивительный, потому что чем дальше, тем больше, ну, вот опять слушая музыку. Какой по счету этот альбом получается? Это третий лонгплей наш. То есть русские песни мы считаем первую вот эту часть как бы как единый альбом, хотя мы его разбивали на две части, и мне как-то... как это сказать, по ощущениям приятнее думать теперь, что это трилогия, как бы, ну, из-за того, что мы разбивали, но вообще это как бы, как это, диптих получается. Угу. Или как? Так вот, с каждым альбомом ощущение погружения в мрачную, но при этом почему-то очень теплую среду увеличивается. И, кстати, возможно, тут вопрос был задан, кому пришла идея спеть вместе с Бронемиром, а я взял, да и написал мне. Я, конечно, пошутил с одной стороны, но с другой стороны, в кошечках, я, помните, говорил, да, братцы, вот тут вот вместе, вот в этом месте, где дом никому. Говорю, Бронемир бы лег, ну, просто идеально. И после этого я узнаю, что они записали песню как раз с Бронемиром. Поэтому я, может быть, не скромно, но надеюсь на то, что моя подсказка, в общем, вывела их на этот дом. Наванговали. Да, в некотором смысле. Поэтому чем дальше, тем больше, вот в этом альбоме, тем паче это заметно. А сама по себе вот эта атмосфера и Бронемир тут к месту. Какой-то такой вот, не то что маргинальной, но в некотором смысле беспробудности. Это случайность или все-таки ты таким вот путем к беспробудности все и чем дальше, тем глубже? Не-не, мы вообще хотели другую программу записывать. И просто так вышло, что... Ты говорил, что альбом будет позитивным. Да,
Так, я не... все, я, знаешь, мне ребята прислали альбом на прослушку для того, чтобы я мог отобрать песню для премии. Сейчас обращаюсь к людям, сидящим в этой студии. А я же помню, что мне Миша сказал, что альбом будет позитивный. Я включаю. Слушаю первую песню, включаю вторую. Там с Бронемиром вот это все мясо. Так, ну дальше должно быть позитивнее, наверное. Слушают, мне нравится, цепляют, песни-то классные. На шестой песне я стал понимать, что как-то с позитивом я, видимо, слишком долго буду ждать. Вероятно, не дождусь. Дошел до последнего. Но мы же поем «Май будет, не унывай», это достаточно позитивно. Ну, вот в этом смысле да, конечно. Я хочу, может быть, в данном случае это будет не в контексте, а может быть, даже где-то, наверное, будет за пределами понимания. И слово используется в этой фразе тоже, которым мы пользуемся. Но, прошу прощения, на воротах одного из концлагерей, Освенцим, который назывался, была надпись «Каждому свое». Очень позитивная надпись, но что творилось за воротами, поверь мне. Да? Так вот, где позитив? Позитив в работе. Ну, то есть, мы обязательно выпустим пластинку. Ну, она... То есть, чтобы сразу как-то обозначить, она не будет прям... там супер позитив легкомысленный какой-то. У вас легкомыслия быть не может, по определению. То есть это будет просто более мягкий какой-то светлый, как это сказать, более лаунж. Более мягкая светлая тьма. Надо сказать, что были комментарии людей, которые говорили, что Афинаж уже не тот. Это нормально. С чем сравнивают, то есть мы 3 года всего лишь существуем. И уж поверьте, вот на следующем альбоме Афинаж будет совсем не тот. И вот тогда мы ждем этих комментариев. Тогда будет. Афинаж уже не тот, это нормально. Это любой, мне кажется, музыкант, любой творческий человек это на себе испытывал. Радиостанция это слышит из года в год, а что-то уже не то, совсем не то. На самом деле, да, звучание на новой пластинке. То есть мы еще не начали записывать, но мы уже знаем, как примерно что будет звучать. А материал-то есть для следующей пластинки? У нас есть. Просто, ну, то есть, мы как, мы всегда, как бы, на несколько шагов вперед у нас есть материал, и сейчас у нас есть 2 программы вообще готовые, то есть, единственное, что их как-то надо постепенно качественно реализовывать, то есть, мы стараемся как-то повышать и уровень записи, там, и все такое прочее, то есть, а так, да, материала очень много, и у нас была такая ситуация, мы когда... делали закрытую презентацию вот этой работы. На какую публику, извини? Ну, у нас был такой закрытый концерт в Петербурге. Мы играли вот чисто альбом вот этот. Но это был очень камерный такой концерт. Там сколько, я не помню, человек? 50 человек. Зрителей, ну, то есть билеты покупали заранее. И там была тоже такая ситуация, что... Выжили все? Вот, в том и дело, там... Одна из слушательниц сказала, что «А я думала, будет позитивная песня». Ну, то есть, ты обещал это, просто. Да. Ну да, ну да. Ну, это еще многих смутил сингл «Сидней». Да, вот, да. Все услышали «Сидней» и подумали, что будет, в общем-то, что-то в таком духе. Да. А мы сами думали, что будет в таком ключе. Но не пошло. То есть, и думали, что будет петь «Сидней» Бронемир. Не, братцы, это я когда сказал о том, что нет мало позитива, я же не имел в виду, что это плохо. Песня роскошная совершенно. Но я-то искал чуть-чуть другого. Бог с ним. Вот как получилось, так и получилось. Знаешь, как мужчина с женщиной, ну, давай так, будем праведниками. После свадьбы, естественно, занимаются попыткой, ну, и попытка такая завести ребенка. Кто будет, мальчик, девочка? Какая разница, ребенок? Так вот и здесь. Ну, как получилось, так и получилось. Хорошо получилось. Красивый ребенок получился, правда? Ну, это Киви пишет, что открыла, удивительное сообщение, открыла для себя Афинаж сегодня ночью. Понятно, да? Просто в поезде ехали. Просто, да, просто включила плейлист, а в него был включен премьерный альбом в одном, видимо, известном паблике, и тут зацепила. Посмотрела на название и приятно обрадовалась, ибо сегодня столь классные ребята выступают в живых. Отдельная благодарность ребятам-музыкантам за композицию «Весело», «Мечта» и «Безымянная». Причем написано «Безыменная» написано. Безыменная? Ну, у нее написано «Безыменная», вот поэтому я так засомневался, как она у вас-то называется. Ну, понятно. Ну, в общем, мы примерно понимаем, о какой композиции идет речь. Будет ли инструментальный альбом, спрашивает Андрей Труш. Есть у нас такой план, да. Очень много рождается композиций абсолютно классных на репетициях. На которые не хочется писать слова. Да, которые, в общем-то, сами за себя говорят, сами со своим настроением. И план такой есть. Ну, а план...
надолго отложен? А мы не знаем, у нас... А все, извини, я забыл, да, я забыл, как выйдет, так и выйдет. Глупый вопрос, когда? Будет и будет, самое главное, чтобы просто не забыли прислать сюда, на свое. Давайте дальше петь, что это будет? Эта песня, она уже фигурировала на одном из мини-альбомов, называется «Ваня», но... В силу того, что вот эта вот новая работа, это как одна единая история. Ну, то есть, вот единая история одного человека, главного героя так и зовут, Ваня. Поэтому этот вот герой перекочевал, собственно, в этот альбом уже в другой интерпретации, в новой аранжировке. Как всегда же в программе «Живые» здесь сегодня «Финаш», русские песни, «Послесловие». Так называется их новый альбом. Не путайся. Поехали. Здорово и смешно. Валят хлопья на ресницы воротник. Снег скрипит, и так приятно идти пешком. Мальчик Ваня заливисто плачет и смеется навзрыд. Кажется, впереди. Кажется, впереди время остановилось, время остановилось. Ванечка, уходи, Ванечка, уходи, ты вырос, вырос. Гладит макушки елок возле села, смотрит на домики сверху вниз и кажется удивлен. Где мама и младший брат, где девушка, что жила в соседнем доме, девушка, в которую был влюблен. Кажется, впереди. Кажется, впереди время остановилось, Ванечка, уходи, Ванечка, уходи, ты вырос. Как народ-то реагирует на эти интересные сообщения? Я очень люблю наблюдать за тем, как развивается эфир и что во что перетекает. Вот, например, Алия Нуруллина пишет вот что. Алия, наверное, так ставить ударение правильно. А Финаш пишет, она, это позитив в чистом виде. И ребята заулыбались. Да, это катарсис.
Через душераздирающий, выворачивающий мрак эти песни лечат, приводят к свету. Огромное спасибо за творчество. Жаль, что не смогла побывать на питерской презентации. Зато была в конце декабря в Москве, в «Шоколадке». Это было невероятно круто. Как путь на концерт был потрясающий. Но... Чего, сейчас расскажете, да. Но еще более потрясающим был концерт. Если есть возможность, обязательно сходите вживую, это невероятно круто просто. Этот альбом, судя по всему, еще более пронзительный, чем предыдущий. Ребята постоянно растут, так держать. Ну, я в продолжении этой мысли скажу, что действительно, хирург тоже режет человека, делая ему в некотором смысле больно, тем паче, если без наркоза, но в конце концов человеку легче. Поэтому аффинаж в данном случае как хирургический инструмент, да. Кстати говоря, завтрашний концерт у нас будет совсем недалеко от этого клуба, куда с трудом было попасть. Но, ребят, вы не волнуйтесь, там уже все гораздо проще. На этом же Измайловском шоссе, но немножко другой дом, поэтому там все хорошо. Ну, секундочку, расскажите о том пути. Там ремонт, ну, то я понимаю, что там все было очень непросто. Там была промзона, это на территории Измайловского Кремля. Мы сами преодолевали этот путь. Ну, да. Мы просто в темноте, притом нам еще открывали ворота, нам еще повезло, мы шли через пути. То есть это вот как мы через лес шли в русских песнях, это было примерно то же самое, просто через такие дебри пробирались. А люди еще там какими-то другими путями, им никто ворота не открывал, и они все. И потом невозможно туда было вызвать такси, все таксисты встали там непонятно таксисты где. Таксисты думают, что там испытывают атомное оружие, поэтому в этот раз все хорошо будет, да. Ну, я уверен, что сейчас-то все там уже чистенько, гладенько. Тут тоже очень любопытная от Андрея такой, ну, скажем, мысль, причем очень такая слогановая мысль, почти. Фактически, «Аффинаж» — это та книга, которую боишься дочитать. Каково? Очень круто, спасибо. По-моему, да. Ну, мы еще... попишем. Пишите, конечно, тем паче, что дочитать было невозможно. Полисбокс пишет вот что. Спасибо ребятам огромное за все песни. Эму за его проекты. Вы здорово изменили мою жизнь, несмотря на то, что открыл я для вас для себя очень недавно. Появились цели, стремления, интересные мысли в ходе прослушивания. Жду не дождусь завтра. Раз уж речь зашла о футболках, сколько они будут стоить, чтобы знать, сколько брать денег. Ну... Нет, мерч в широком понимании. Футболок завтра не будет. Мы к этому альбому решили футболки не выпускать, чтобы не чистить с такой штукой. Вот, как так будут же футболки другие. Если речь о футболках, которые БЦ, да, то они стоят 700 рублей. Все, ну вот ответ, да. Ну вы сказали про футболки. Теперь люди интересуются, сколько будут стоить, сколько брать денег с собой. 4647 – это короткий номер для смс. Тут, кстати, тоже есть что прочитать. Планируете ли вы в обозримом будущем большой тур? Большой тур по России. Такой вопрос пришел к вам. Не знаю, без подписи. Ну, планируете ли? Смотря что подразумевается под словом «большой», тур планируем. Ну, тур хотя бы как-то, наброски-то есть куда? Даже уже есть кое-какие даты, как только будет все конкретно, вы узнаете. Серега, смотри, суровый мэн, вообще не подойдешь так просто. Хоть проговорись, ну немножечко, ну хоть куда приблизительно, куда поедете? На юг, на север, на восток стороны, куда? Ну хоть чтобы народ понимал, куда, где вас ждать-то. Это как получается, налево и вниз. Налево и вниз, получается запад, юго-запад, что ли? Москва. Это смотря как мы к карте стоим, спиной или лицом. Ну, вообще вниз. В ближайшее время собираемся вниз. Ну, в общем, если стоять к карте лицом или спиной, вниз не имеет, значит, на юг планируете. Просто тут есть краснодарская аудитория ваша, и очень спрашивают, очень радуются тому, что вы в Краснодар приедете. Как минимум, эта информация уже просочилась. Да, кое-кто уже проговорился там у нас на стене. Приедем. Все, уже хоть один городок-то мы услышали. Ну, я имею в виду городок из большого тура. Город-то большой, конечно. Из того тура, который вы себе наметили. Значит, да нормально там, в шоколадной фабрике. Недалеко от метро, и уже можно дойти, почти не спотыкаясь. Пишет Сергей Малявин. Так что сейчас уже можно не переживать. Мужская позиция. А Иван Петров из Краснодара, вот он пишет, 2 апреля Краснодар. Пишет он. Все, уже люди как-то, видишь, берут информацию откуда-то. Где, кто проговорился. Это шутка. Не очень понимаю. Значит, спасибо свое радио. «Аффинаж» — воплощение русского фольклора, пересмотренного, переосмысленного и живого. Интересно, откуда такой интерес к этой тематике? Какие планы у группы на будущее? То есть будет ли новый материал радикально отличаться от последних двух альбомов? Даша Андрюхина спрашивает. Материал будет отличаться. Касаемо того, что нас стали так, этот, как сказать, причислять к фолк-коллективу. Угу. Ну, Меня лично это не обижает. Ну, то есть, меня вообще, в принципе, ну, клише никакие особо не обижают. Я просто думаю как бы по-другому.
и мы себя не причисляем к этому жанру. Но то, что получилось вот такая работа большая, в которой есть, так скажем, вот эти элементы русского фольклора, и откуда такой интерес? Ну, тут скорее интерес не к фольклору, а к России, к русскому, ко всему, то есть... Мы видим эти альбомы достаточно симфоничными, то есть по своему звучанию они оркестровые, они многогранные, многослойные. А почему русские? Во-первых, ну, я думаю, а по большей части это из-за баяна. Баян здесь очень развитый на этих альбомах. Развернулся как только мог, и мы совсем не мешали ему. Ну и плюс, не знаю, наверное, что-то внутри. Ну, я тебе хочу открыть маленький секрет, только ты не обижайся, пожалуйста. Баян либо аккордеон, они звучат довольно похоже, и во французской музыке тоже он звучит в постоянном режиме, так что можно, наверное, отнести тогда вас и к французскому шансону у нас в таком случае. Есть, да, так, так дело не в баяне, а дело действительно в тематике и в той подаче, которая есть. Нет, я имею в виду Миши. Один из основных, то есть, а все остальное, почему сложилось так, ну, там, по-моему, мы сами даже не думали над этим, да? Ну, так получилось. Как ложится, да, на карту, да, вот на стол мы карты, так ложится. Даже в прошлую встречу, по-моему, затрагивали уже говорили эту тему. И о том, что мы не стараемся следовать каким-то прям тенденциям или трендам. То есть, вот захотелось сделать такую программу. Она вышла неожиданно большой. То есть, изначально там, допустим, вот даже если говорить о послесловии, послесловие состоялось из 3 песен. Но просто в процессе выросло до размеров альбома. То есть все эти песни, они очень... То есть вы, в принципе, готовили сингл? По сути, мы EP как бы хотели записать, да, и вот послесловие такой короткий хвостик, а вышло прям глыба. Вот. Клево, что вышло-то. Сегодня есть что поиграть, на самом деле. Что такое 3 песни? Что дальше будет? А следующая песня называется «Безымянная». Как всегда, живой звук в программе «Живые». Афинаж здесь сегодня. Поехали. Еще как-нибудь, может, стану
теплее, может, стану смелей, назову свое имя тебе. Опоздаешь, ничего такого, буду ждать тебя на прежнем месте. Буду ждать тебя долго, железно, приходить сюда снова и снова. Помнишь путь, переходишь мостик, дальше тропка, знаком вопроса. Тропка узкая, речка пьяная, извилистая, безымянная. Ну, погружение абсолютно полное. Знаешь, когда кто-то меряет, ну, как сказать, не меряет, скорее всего, а определяет музыку цветами. Да? Я знаю, что есть люди, которые видят песни, а над ними определенный цвет. Вот я цвета не вижу, но эмоционально многое творчество, интересное творчество, оставляет какие-то свои отпечатки в душе. Вот то, что делает Эфинаж, в моей душе и в моем сердце все время оставляет борозды. Это правда. Причем одна борозда, другая, одна шире, другая уже, возможно, глубже. Конь не старый, да? Не-не-не, еще пока нет. Та самая борозда. И эти борозды, они сеточку определенную. Вот, да, когда слушаешь всю работу, всю пластинку целиком, такая сеточка возникает. А в этой сеточке не крестики-нолики, нет. В этой сеточке определенные участки. Вот я сейчас примерно, для тех, кто, может быть, интересовался когда-нибудь, как отбираются песни, к примеру, для ротации. И в этой сеточке при втором прослушивании, потому что сразу можно не понять. Хотя та песня, которая должна прозвучать и будет звучать в премьерах, была тыкнута мною сразу. Вот я ее услышал, сказал, да. Но потом появились еще одни по ходу. Думаю, так, а вот лучше ли это? Начинаешь переслушивать уже... Сейчас я методику рассказываю. Начинаешь переслушивать уже более внимательно те 2-3, там 4, которые понравились больше. Отсекать. Так, из 4 3, 2. Ну, скорее всего, вот это. Потом думаешь, нет, ну-ка надо еще разочек, чтобы уж точно убедиться, насколько... Так что для того, чтобы отобрать из альбома одну песню в премьере, я сейчас сообщаю музыкантам, которые шлют мне свои письма с просьбами послушать их музыку. Так вот, для того, чтобы отобрать песню в премьеры от известной группы, известной для аудитории радиостанции и ротируемой группы, уходит минимум полтора часа времени, да? А если уж говорить о новых группах, ну, понимаете. Так что не обижайтесь, если я кому-то не отвечаю сразу. Вот в эту песню я ткнул сразу. Вот моя сеточка, вот эти вот борозды, сразу сказала, вот сюда. Потом уже я на всякий случай контрольные выстрелы делал для себя и понял, нет-нет, все-таки вот именно это. Заканчивать надо этот час уже, мы сейчас должны уйти на паузу, после чего вернемся в студию еще на один час программы «Живые». Но, признаюсь, песня, которая будет в премьерах, в ближайшем пуле премьер, это буквально через недельку с небольшим, она уже прозвучала. Ну, так, чтобы вы гадали по меньшему количеству, по меньшему объему.
Вот давайте попытайтесь угадать тогда, какая из этих песен, прозвучавших сегодня уже от группы «Афинаж», пойдет в премьеру. Нам просто будет любопытно, насколько, вот мне любопытно, насколько мои ощущения коррелируются, соответствуют ощущениям аудитории. Мы пока ненадолго уходим из эфира, после чего с огромной радостью вернемся в эту студию и продолжим наши беседы и пение с группой «Афинаж». Живые. Наш здесь сегодня и презентация их новой работы, альбома «Русские песни. Послесловие». Понятное дело, что интрига была подвешена на предмет песни, которая готовится выйти в премьерах в эфире своего радио. И люди гадают, предполагают одну, другую, третью. Я сейчас задумался, а надо ли признаваться или уж интригу дотащить до самого конца. Сказал же уже, что эта песня прозвучала уже. Так что выбор не так, чтобы сильно велик. В любом случае, люди будут ждать и гадать. Спрашиваю музыкантов, прежде чем вы споете. Признаться, какая песня? Нет. Два нет. Ну? Конечно, нет. Три нет. Все. Большинство сказало нет. Значит, имейте в виду, в ближайших премьерах начнет звучание в эфире одна из песен с этого альбома. Эта песня сегодня уже прозвучала. И я уверен... Нет, не уверен. Но я надеюсь на то, что вы с моим выбором так или иначе согласитесь. Надо петь. Я вот не помню, как мы договаривались. Мы подряд сыграем эти песни? Подряд или... нельзя. Нельзя, да? Нет, ну все. Я не знаю, как вы договаривались, но как будет называться та песня, которая будет звучать? Песня называется «Нет имени». Как всегда, живой звук в программе «Живые». Поехали. Сон наяву, сон наяву, как тебя зовут, как тебя зовут? Сон наяву, сон наяву, как тебя зовут, я тебя люблю. Сон наяву, как тебя зовут, как тебя зовут? Сон наяву, как тебя зовут, я тебя люблю. Солнце горит, небо лазурит, видеть не могу, ты только имя назови. Нет, говорит, нет, говорит, нет, говорит имени. Нет, говорит, нет, говорит, нет, говорит имени. Нет, говорит, нет, говорит, нет, говорит имени. Полку тела голое в траву. Сон наяву, голову на полку тела голое в траву. Сон наяву, голову на небо, тело в озере топлю. Сон наяву, ну как тебя зовут, я тебя люблю. Забудь, говорит, мимо проходи, зла не держи, да добрым словом помяни. Нет, говорит, нет, говорит, нет, говорит имени. Нет, говорит, нет, говорит, нет, говорит имени. Нет, говорит, нет, говорит, нет, говорит имени. Ты мне намекни, о чем я грущу, чего я ищу, нету того имени.
Но тут уже вот прозвучал в комментариях, прозвучала реплика, что Миша Калинин вообще гений музыки. Ты как относишься к такого рода эпитетам? Ты гений, ты знаешь об этом? Спасибо, очень приятно. Ну, музыки не знаю, то есть мы музыку вместе создаем. Поэтому если уж гений пьет гений, водичку тогда из бутылки и спокойно не нервничает, собственно говоря. Ну вот так относятся к тебе люди. Вот Эльдар Кукуруза, так зовут человек, пишет вот что. Эта открытость, непринужденность и финаж создают такую тепленькую домашнюю атмосферу лично у меня. Где-то в глубине какой-то из камер сердца. Первое впечатление от творчества этих ребят заставило гонять кровь по венам и артериям с бешеной скоростью, периодически закипая на какой-то из фраз, действительно затрагивавшей самые сокровенные нотки души. Наверное, это действительно мое. Я бы сравнила финаж или с пирогом. Секундочку, Ильдар пишет, но она бы сравнила. Вообще, Ильдар это женское имя, имейте в виду, я, в общем, до сих пор этого не знал. Так вот, я бы сравнила финаж или с пирогом, или с морем. Пирог, потому что похоже на что-то сладкое и сочное, которое хочется все есть и есть, не заботясь о дозах. Море, потому что кажется, что нет конца этому наслаждению, окутывающему уши пленящей, соблазнительной пеленой, которая так и хочет насыпать горстку соли на открытые раны. Но боль-то это почему-то приятная. То есть это пирог размером с море. Ну, да. В общем, примерно так оценивают. Кто музыку. Еще тут гений метафор? Я читаю, сам удивляюсь, как у людей, в общем, такие фразы-то в голове рождаются настолько удивительные. Поначалу сложно было воспринимать песню, да и афинаж в целом с женскими голосами. А потом пришло понимание, что фиты прекрасно вписались в музыку. Надо сказать, что на альбоме там не только эти четыре инструмента звучат, правильно? Давай расскажи об этом тоже. Там много очень инструментов, там и бэки есть и так далее. Вообще на альбоме звучит три женских голоса. Угу. Песню «Безымянно» исполняет целиком Ника Гаврилова. Это вокалистка группы «Карелия». Она прекрасна. Да, согласна с этим. Также мы пригласили на этот альбом, ну вот, по крайней мере, мою и Сережину, одну из вот самых любимых певиц современных, современников наших, это Маша Шеридан. Передаем ей привет. Маша живет в Находке. Ее голос звучит в песне «Речка». И также нам в записи альбома всячески помогала Оля Глазова, гусляр и девушка, обладающая прекрасными просто вокальными данными. Ее голос можно слышать в коде «Нет имени». Ну, а гусли звучат и в «Нет имени», и в «Речке». Вот. То есть у нас там три грации. Да, потрясающе. Потрясающе. Ну, надо обязательно отметить, это тоже важный момент сегодняшнего, ну, в общем, ежедневного эфира, человека, который помогает сегодня финажу звучать так красиво, эффектно, как они звучат в живом исполнении. Звукорежиссер программы «Живые» Сергей Горев. Ваши овации, аплодисменты и наша благодарность. Ну, а мы, в свою очередь, тогда хотим тоже поблагодарить нашего звукорежиссера Вову Лишенко. Мы его очень любим. Благодаря ему альбом звучит так, как он звучит. И русские песни, и послесловия тоже это его труд. Виталий Зубарев пишет: ведущий, пожалуйста, озвучьте вопрос. Когда планируете уже записать песню Саши «Пальмы»? Ну? Саша, что? Это вопрос к тебе. Песню «Пальмы» когда уже планируете записать наконец-то? Ну, я не знаю, ну, как-нибудь. У нас много работы. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Виталий, вы все сами слышали. Я знал, что вопрос бессмысленен, но, тем не менее, был задан. Я его и озвучил. Давайте дальше петь. Что это будет? Следующая песня называется «Речка». Как всегда, живой звук в программе «Живые», а финаж здесь сегодня. Погнали. Будь здоров. Thank you.
встреч человечка в темной воде. Не пророни, чтобы словечко нигде никому и нигде речка, речка в водах твоих уж не виден почти. Пусть он молчит, пусть забудет навечно все, о чем совесть моя не молчит. Ну, как всегда, в «Афинаже» все нестандартно. Сейчас Саня Евдокимов просто ввел меня в легкий ступор. Я вижу, что он дергает свою ерундовину. Как называется правильно вот эта штука, которая у тромбона туда-сюда ерзает? Кулиса. Извини, да, кулиса. Стоит активно, так дергает кулису, думаю, наверное, же играет. Я поворачиваюсь к Сереге, говорю, а что-то я не слышу. Серега мне показывает, так, ну, так чуть-чуть, говорит, играет, так чуть-чуть играет. И в какой-то момент вдруг бах, и зазвучало все. Зачем ты так обманываешь зрителей? Они же ведь думают, что ты играешь, а звукорежиссер провалил твой тромбон. Ну, и наворотил там в предыдущей песне. Нет-нет, правда, это шутка, не обращай внимания, все очень красиво. Владимир Сержов пишет вот, что привет свои в предыдущем выпуске «Живых». Как люди все помнят, понимаете, у аудитории память лучше, чем у всех у нас вместе взятых. Так вот, Михаил говорил, что основным автором для него является Тумас Транстремер. А лично мне в творчестве группы, особенно в манере подачи текстов, Михаилом слышны нотки экзистенциализма, произведения Киркегора, Сартра, Достоевского. Вопрос Михаилу. Симпатизирует ли он этому направлению и разделяет ли он душевные посылы этих авторов и всего направления? Ну, то есть, по сути дела, как ты относишься к экзистенциализму? Ну, я могу сказать только то, что мне больше, чем Достоевский, нравится Гоголь.
Спасибо большое. В общем, в принципе, ответ дан. И дальше Владимир Стержок по скриптуме спрашивает, будут ли сегодня композиции «Я», ну или будет ли сегодня композиция из «Миллион терзаний»? Нет. Понятное дело, сегодня же в самом начале сказано было. Сегодня альбом, называется альбом «Русские песни. Послесловие». Его презентация в эфире. А ребята из «Афинаж», люди принципиальные. Сказал «да», «да», сказал «нет», «нет». Никаких кошечек вам тут, понимаешь. Какие терзания. Все, альбом презентуется. Давайте дальше, потому что мы немножко в первом часе подзатянули разговоры. Хотя с вами всегда любопытно поболтать, конечно. Что будет дальше? Следующая песня называется «Мечта». Как всегда, живой звук в программе «Живые». Здесь сегодня «Афинаж». Погнали. Не самый лучший журналистский ход идти от текста песни или идти от ее названия в придумывании вопроса. Но все-таки я пущусь на эту, может быть, не очень популярную меру. Скажи мне, пожалуйста, Миш, вот что такое мечта в таком случае? Очень душераздирающая песня, пишет народ. Я с этим, вот кто-то пишет, даже самая душераздирающая песня. Мечта, пишет, например, Дмитрий Шелихов. Тут от подачи много зависит, конечно. Да, секунду, песня неродившегося ребенка, так это вообще убийственная, на самом деле. Еще более душераздирающая. Но, тем не менее, что такое мечта? Ну, в данном случае, в случае с этой песней, ну, то есть, это, наверное, как
стимул для того, чтобы не останавливаться, продолжать чего-то хотеть, к чему-то стремиться. То есть, когда человек перестает всего хотеть, как бы добиваться всего, наверное, того, что он хотел, смысл теряется, и можно жить в полном комфорте, там, в шестикомнатной квартире, но при этом быть несчастным. А, вот это твоя мечта, я понял. Нет, я к тому, что, допустим, ты достиг мечты, дальше что? Новое? Ну, я думаю, да. То есть мечты должны у человека обновляться, то есть шестикомнатная квартира. Семикомнатная. Да, наверное. Две кухни, восемь туалетов. Да-да-да, нет, ну понятно, что если уж мечтать так о большом. Чего, собственно, о маленьком-то мечтать? Ну, тут да, тут скорее песня о том, что стоит находить какую-то цель, миссию и идти за ней. Идти до конца, не сдаваться. Круто. Ну, я на самом деле просто хотел вывести в некоторую несколько другую сторону, но бог с ним, я тогда сам отвечу на собственный вопрос. Просто если есть мечта, и ты ее достиг, этой цели, ну, как бы мечта не цель, потому что цель – это то, чего ты достигаешь, а мечта – это чего достичь невозможно, как мне кажется. Мир во всем мире, ну, это же мечта, глупость собачья, ну, это же невозможно. Но очень греет эта мысль, что такое вообще-то, наверное, когда-то возможно. А цель – написать новый альбом. Так вот, если мы говорим о мечте, то мечта должна быть светлая, как мне кажется. У тебя светлые мечты? Ну, кроме восьмикомнатной квартиры. Видишь, я уже сразу статус повысил из 6 в 8, сразу, чтобы перескочить один пунктик мечты. Ну, уж точно не уничтожение там вселенной, да? Дайте тебе Бог здоровья. Прежде чем пойдет следующая песня, прежде чем вы ее начнете играть, я вдруг вспомнил одну историю. Не помню, кстати, с кем я об этом говорил, кому из музыкантов показывал ваше творчество. Не помню, но кому-то из маститых музыкантов, кто был здесь в студии. Вот мы говорили там о разных группах, о интересных молодых коллективах, я упомянул вас. Человек говорит, ну покажи. И у меня, я сдуру кликнул сразу на песню «Неродившегося». Ребенка. Человек послушал, сказал, не, ну, конечно, это душераздирающе, но как-то уже больно прямолинейно. И тогда я стал перечислять по ходу, а вот это интересно. То есть там метафоры, метафоры, метафоры. Так вот, опять же, сейчас песня о мечте, она как бы немножко прямолинейнее, чем остальные песни. Это тоже дело случая? Или ты так чередуешь периодически метафоричность и конкретику? Сознательно совершенно. Песня «Мечта» какое-то время была вообще моей самой любимой, и мне кажется, что написать заумно и замысловато проще, чем написать доступно, понятно и так, чтобы было близко к каждому. То есть чаще всего ты отдыхаешь на песнях тогда? Ну, нет. Ну, потому что заумно достаточно много. Ну, в хорошем смысле заумно. Да я не считаю, что у нас какие-то сложные песни. Да как ты можешь так считать? Я бы хотел одну вещь сказать по поводу «Мечты», там, когда мы выпустили ее синглом. Появились, да, всякие комментарии, типа... Песня, да, прямолинейная, чуть ли не тупая. Вот. Кто такое сказал? Такая, типа, примитивная. Люди. Да, люди, ценители. Вот, на самом деле, ну, иногда складывается такое впечатление, что, ну, люди в нашем мире, они несколько разучились воспринимать простое. То есть им нужно наворотить, чтобы они, о, типа, это что-то интересное, да. Они как бы... им нужна внешняя сложность, да, скажем, или там словесная сложность, для того, чтобы задуматься, а если что-то простое, они как бы так, ну, не обращают своего внимания. Это люди, измученные русским роком. Давайте мы их оставим в сторонку. Пусть они живут своей жизнью, все-таки аудитория своего рода несколько иная. Что дальше будет? Какая песня? Следующая песня – это, можно сказать, кавер на самих себя вообще. Эта песня называется «Ники». Она принадлежала... группе Heckled Fingers, это проект Сережи. Но мы вот ее исполняем теперь в новых, как бы, в новой интерпретации, в афинаже уже. Под каким названием? Под тем. Ничего не изменилось в названии. Как всегда, «Живой звук» в программе «Живые» здесь сегодня афинаж. Поехали. Дал ему мало.
отношений греется изменой. Нас убило, нас уже не стало. Я стану твоим отцом, а что толку? Я стану твоим личным Брайаном Молоком. Можешь делать со мной все, что ты хочешь. Можешь вскрыть мои вены своей иголкой. Можешь вдеть мои вены в свою иголку. А бетонные тучи птицы разбили крылья. Что-то дымит, но уже не так сильно. Любая из вас для меня теперь лишь лекарство. Ветер накатывает отрезвляющими порывами. Ветер накатывает отрезвляющими порывами. Ветер накатывает отрезвляющими порывами. Ветер накатывает отрезвляющими порывами. 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 А вот тут Илья Ершов приводит цитату к вопросу о прямолинейности мечты, пишет он. «Поэта, зачем вам быть поэтами? Еще так пафосно через «о». Вы усложняете и поэтому, вы не получите ничего. А слово – это такая штука, которой хочется простоты, а все остальное – скука, скука, а все остальное – понты, понты Исаев». Замечательные слова, мне кажется, сказаны. Я, кстати, в этой связи вспоминаю чудную совершенно эпиграмму товарища Вознесенского, когда ему писали письма разные-разные молодые поэты, и, присылая эти свои стихи, вирши, так сказать, спрашивали у него совета. Скажите, вот хорошо это или плохо, насколько это правильно. Есть такие, которые, вот бывают и музыканты такие тоже иногда, которые своими письмами, ну, просто вот уже, ну, сил нет. Вот, и одному из них Вознесенский ответил, этого тоже звали Евгений, поэта. Он ответил: ты, Евгений, я, Евгений, ты не гений. Это Евтушенко, да, ты не гений, я не гений, ты говно, и я говно, я недавно, ты давно. По-моему, очень правильные слова на предмет того, что люди как-то пытаются заумничать. Не надо заумничать, чем проще, тем лучше, на самом деле, легче входит. Давайте дальше петь, надо как-то еще успевать, да, успевать нужно, успевать. Еще 3 песни как минимум. Правильно же? Я так понимаю? Да. Вот-вот-вот-вот-вот. Именно поэтому нужно успеть их спеть. Извини. Следующая песня будет данью нашим тегам стилистическим. Сейчас, подожди секундочку. Я только что говорил о простоте высказывания мысли и речи. Вашим тегам стилистическим будет данью следующая песня. Называется она как? Никак? Она называется «Лучше мне не знать о тебе ничего лишнего». Так, все, я промолчу, просто давайте послушаем. Сегодня презентация альбома «Русские песни послесловия» группы «Афинаж». Поехали. Поехали.
Разговору о причастности к той или иной национальности, а с французским языком, так совсем французская музыка и никак не русская. Я когда сказал Евгений, я сказал Вознесенский, он Андрей Вознесенский, это Евгений Евтушенко, конечно же. Ляпнул, а потом задумался, что это такое, какую глупость сказал, господи, прости. Признаюсь, бывает. 4647 – это короткий номер для смс-ок ваших. Сначала напишите свои, пробельчик, а затем уже все, что хотели бы адресовать коллективу. Опять же, это могут быть и вопросы, это могут быть и эмоции, впечатления, может быть, воспоминания. Давайте напомним еще раз, это важно, о концерте, который будет завтра. Кто это сделает, я так понимаю, Сергей? Нет, Миш, ну давай, рассказывай тогда сам. Завтра в Москве в клубе Рокхаус. В клубе Рокхаус мы презентуем программу «Русские песни послесловия» и еще массу других песен, да, будет очень большая программа. И мы надеемся, что людей будет также много. Как сегодня. Как сегодня. Ну, имея в виду все масштабы аудитории радиостанции. Я хочу еще сказать, что билеты там в некоторых магазинах уже подошли к концу. По-моему, в интернете там тоже что-то близится уже к финалу. Но на входе вы всегда можете приобрести билеты, попасть на концерт. Если вдруг в предпродаже вам не хватило, клуб большой, место должно хватить. Ты так не зарекайся, клуб-то большой, но я тебе уверяю, может статься, что завтра вы, когда выйдете на сцену, поймете, что в клубе яблоку негде упасть. Но в любом случае, людям надо бы действительно сейчас подсказать, что еще пока возможность на завтрашний концерт прийти есть. Она будет и завтра.
Не пугайте людей, Семен. Не зарекайся. Ну, я к тому, что завтра, может быть, уже к вечеру будет и поздно. Надо все-таки днем бежать покупать билеты. Заранее нужно это делать. Потому что, помнится мне, прошлый ваш приезд сюда был знаменован пост выступления здесь, концертом, когда забронировали вы себе клубик, вроде бы, как считаю, вполне прилично, а сотня человек на улице осталась, потому что войти не смогла. Настолько там все битком было забито. Мы справились, вот приезжали в шоколадную фабрику. Теперь место побольше. Да, куда нас пригласили любезно тоже поиграть. И нам очень понравился клуб, кстати говоря, большое спасибо. И клуб очень большой, вместительный, всем хватило места, все были довольны, мы больше всех были довольны. Ну, естественно, очень хотелось бы надеяться, что и завтра тоже клуб будет битком, как говорят, sold out. Ну, на Афинаж, мне кажется, нельзя не ходить, потому что энергетика, которую они передают залу и передают аудитории, она воспринимается, как мне кажется, лучше. Вот мы-то здесь принимаем все живьем, а слушатели через свои радиоточки, но... Живьем все же гораздо горячее получается, правда. Давайте дальше, что это будет? Следующая песня, мы ее уже, мне кажется, традиционно посвящаем Москве. Мы очень любим приезжать в Москву, любим этот город. И каждый раз приезжаем и предлагаем Москве дружить. Вот песня называется «Давай дружить». Как всегда, живой звук в программе «Живые». Здесь сегодня Афинаж. Поехали. Давай дружить, как зовут-то тебя. Куда ты исчез, куда ты пропал? Куда ты исчез, куда ты пропал?
Да, ну, кажется, мы вошли в график. Еще одна ведь осталась, правда, запланирована? Слава богу, все успеваем. Тут апогеем, как мне кажется, всего сегодняшнего мероприятия под названием «Программа «Живые» из группы «Афинаж» может являться сообщение от Даши Шаблинской. Прочитал его несколько раз, перечитал, чтобы нигде не ошибиться, потому как подумал, может быть, я не очень правильно понял, о чем речь. Нет, понял правильно. Читаю. Я даже сейчас подложечку уберу, это нужно читать на полной тишине. Даша вот что пишет. «Будь моя воля, то на моей свадьбе и моих похоронах играла бы именно музыка «Афинажа». Если на свадьбе нужна еще воля второго человека, в данном случае я имею в виду супруга, то, извините, последняя воля усопшего – это закон. Поэтому как минимум половину своего желания, Даша, вы можете исполнить. Но жить вам еще как можно дольше. Да, живите как можно дольше, не забудьте об этом желании лет через 150, когда решите отправиться к праотцам. Но, тем не менее, когда человек вот так относится к музыке коллектива, на мой взгляд, это очень серьезно, очень серьезно. На прошлом нашем визите к вам вы спрашивали, по-моему, где работаете или что-то в этом роде. Да уже не интересно. Я говорил о том, что я уже играл на похоронах, так что опыт есть у меня. Ну да, да, я помню об этом. 4647, коротенький номер для смс-ок ваших. Сначала свои, пробельчика, а дальше ваше сообщение. Ну и, понятное дело, вычитывать мы пытаемся отовсюду. Отовсюду. Народ опять требует кошечек, но ребята сказали принципиально, нет, кошечек не будет. Сегодня только музыка из нового альбома, альбом «Русские песни послесловия», что очень важно, и завтра концерт как раз именно вокруг этого альбома. Там, не знаю, будут ли там кошечки, но там будет много другого материала, помимо песен из этого альбома. Времени у нас с вами все меньше и меньше. Скажи, пожалуйста, сколько по хронометражу та песня, которая будет финальной была сегодня? Была коротенькая. Сколько? 2,5-3. Отлично, у нас, значит, есть время еще поболтать, подискутировать, я сказал, о чем мы дискутируем? Просто болтаем и болтаем. Смотри, момент, который я хотел бы сейчас немножечко больше для себя даже осветить. В прошлый ваш сюда приезд, ну, понятное дело, уже мы об этом рассказывали, на предмет зала, который оказался маловат для аудитории. Вы, ну, как бы сказать правильно, показалось мне, что не то чтобы сомнения, а некий вопрос у вас в глазах был. Как примет Москва? Как Москва оценит? Ну, Питер-то любит, понятно. А вот как Москва к этому отнесется? Тогда после того, как после выступления в живых вы отыграли концерт и поняли, что сотни человек на улице осталось, в зал войти не смогла, ощущение победы над столицей появилось? Мы переживали очень сильно, да, что понятно. Люди остались. Я понимаю. Не смогли войти и... Ощущения победы не было, мы наоборот думали, что как так, ну то есть, как так получилось, что люди не смогли попасть. От победы над Москвой не идет речи, потому что мы буквально песню назад предлагали ей дружить, тут нету соревнований. Ну ладно, я сейчас говорю не о соревновании, мы говорим о творческой победе, я сейчас говорю о том, что вот, допустим, приезжает коллектив какой-то из городов, собирает огромный зал, говорит, мы победили, то есть народ нас любит в этом городе, к нам пришли. Это же важно для артиста. Так вот, ощущение, что Москва теперь ваша, и Москва теперь вас так же любит, как и Питер, скажем, есть? Мы до этого приезжали, когда в Москву, и собирали меньшее количество людей, мы не сомневались в любви москвичей. Дело в том, что и мы очень любим Москву. Мы тоже очень любим, да. Нам очень нравится. Вся взаимно. Вот это очень важные слова для тех, кто еще пока думал, стоит ли идти завтра на концерт. После вашего признания в любви Москве завтра придет народу, я думаю, в два раза больше, чем вы себе могли бы даже предположить. В общем, ребята, спасибо вам огромное. Спасибо вам. Спасибо вам за то, что вы не забываете радиостанцию. Во-первых, вот пример. Я сейчас хочу другим музыкантам привести в пример коллектив «Афинаж». Они присылают свои песни в качестве, ну, возможных премьер раньше, чем они их куда-то там заливают. Раньше, чем даже в некотором смысле презентации делают. Это очень важно. Я объясню в двух словах буквально тем, кто из музыкантов слушает радиостанцию в данный момент. Когда я начал заявлять, что если песня была залита в сеть, потом я ее в премьеру не беру, удивились очень. Я объясняю. Свое радио делает для музыкантов, на мой взгляд, все, что может. Ротация ничего не стоит, реклама концертов ничего не стоит, выступления в программах, гостевые эфиры ничего не стоят.
Что стоит музыкантам, коллективам, которые занимаются написанием музыки, хотя бы одну выбранную мной заранее песню или две песни не вставлять в тот список песен, которые выкладываются как альбом у себя в сообществе и растекаются потом по сети, с упоминанием, что «а вот эти песни вы сможете услышать на радиостанции». Таким образом, и вы привлекаете внимание своих слушателей к радиостанции, которая для вас же изо всех сил старается. По-моему, это очень удачный получается симбиоз. Мы целиком согласны. К этому и призываю. Завтра в программе «Живые» совершенно другая музыка. Завтра будет громко, группа «Натиск». А сегодня «Афинаж» заканчивает свою программу песней. Песня, как раз, которая всех, так сказать, запутала и обманула. Все думали, что вот будет все в таком ключе. И вот мы сейчас ее сыграем, она называется «Сидней». Поэтому она самая короткая на альбоме. Всем спасибо, до завтра. «Афинажем» успеха и огромных побед на музыкальном поприще. Поехали. Вырезал ракету из картона, строгим тоном произнес: вези меня в Сидней, Сидней, Сидней. Это где-то в Австралии. Я троечник, я слышал на Discovery про этот населенный пункт. Внутренние голоса меня не поправили, тоже не сильны в географии. Значит, все правильно, поехали. Только приберусь немного на столе, на столе, на столе. 100 лет не летал на ракете в Сидней, 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 Сидней. 100 лет не летал на ракете в Сидней, 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 Сидней. 100 лет не летал на ракете в Сидней, 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 Сидней. 100 лет не летал на ракете в Сидней, 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 Сидней. Жили кенгуру, все похоже на игру 3D. Солнечные блики ходят топлес австралийки. Я от радости умру. Что за сказочное место, что за сладкий бред. Фотографируют меня и огромную ракету. Огромное облако на более мелкие режут ножницы мои с колечками белыми. 100 лет не летал на ракете в Сидней, 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 Сидней. 100 лет не летал на ракете в Сидней, 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 Сидней. 100 лет не летал на ракете в Сидней, 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 Сидней. 100 лет не летал на ракете в Сидней, 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 Сидней. 100 лет не летал на ракете в Сидней, 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 Сидней. 100 лет не летал на ракете в Сидней, 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 Сидней. 100 лет не летал на ракете в Сидней, 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 Сидней. 100 лет не летал на ракете в Сидней, 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 Сидней. Живые.